Катайске состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 75-летию со дня образования прокуратуры Курганской области. 75 лет назад, как, впрочем, и сама Курганская область, приказом прокурора Союза была создана прокуратура Зауралья. Стоит отметить, что и ведомство, и регион в целом создавались в непростое время, в период Великой Отечественной войны, когда основной задачей было обеспечить все для фронта, все для победы. Прокуратура с честью выполнила эту задачу. И в настоящее время ведомство стоит на защите прав и законных интересов общества, государства и человека в целом, неустанно борясь с преступностью. Для поддержания спортивного духа, активного образа жизни и хорошего настроения среди детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в городе Катайске прокуратурой был проведен турнир по мини-футболу. Соревнования прошли во дворце спорта, который совсем недавно был капитально отремонтирован. В турнире принимали участие 4 команды, игроки которых являются воспитанниками детских домов. Команда Житниковского детского дома, Долматовского, Катайского и команда «Премиум Динамо», которая состояла из сотрудников прокуратуры и полиции. Хотелось бы сказать о том, что указанное мероприятие нами было организовано в целях повышения какой-то нравственности детей, чтобы они знали, что есть люди, которые о них заботятся, которые для них что-то делают, например, хотя бы вот такие вот турниры. По мнению болельщиков, ребята показали отличный результат. Были опасные моменты и красивые голы. В результате упорной борьбы на третьем месте оказалась команда Житниковского детского дома, на втором месте команда Катайского детского дома, а лучшими оказались воспитанники Долматовского детского дома. Кроме того, были выбраны лучший вратарь, игрок и нападающий турнира. Считаю, что данный турнир у нас прошел на достаточно высоком уровне. И вполне возможно, что это станет доброй традицией. Также и сотрудники МЧС пожелали ребятам успехов в достижении целей и определили лучшего болельщика турнира. Спасибо вам за... Работа с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, является одной из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Не так давно, например, прокурор Курганской области Игорь Ткачев приезжал лично пообщаться с детьми из Катайского детского дома. Как отметил прокурор области, все дети разные, но со всеми нужно работать, уделять внимание, поощрять, и тогда результат не заставит себя ждать.